Привет, здрасте. Какие красивенькие, господи. Красотки. Да что это мы какие красивые, да что это мы какие хорошие. Ой, батюшки, красавицы, да что это. Еще? А, вон еще какая, рыжая. Красотка. Ух ты, господи. Ух ты, какая красивая. Ух ты, удивить. А у нее не было щеночков-то? Вот нет? Нет? Что, не сводили вы? У меня вот эта принесла щеночка. А-а-а. Ну да, тетя Валь говорила. Привет, привет. Ах ты, господи. Красавчики. Тетя Валя ее Динкой зовет. Да. Пошли, да, да. Динка. Добрая. Ну, она хорошенькая собачка такая. Ну, хорошая, да. Ну, попросили опять. Пришла, ага. Ужас. Ужас, ужас. Тебя погладить, да? Ох ты, батюшки, тебя погладить, батюшки. Да какие хорошие. Это не к тебе, меня ко мне не подходит. Да. Смотри, Наташа, у нас тут целый заповедник. Ой, боже, какие. Вот щеночек у нас. Ох ты, господи. Тебя погладить, мальчика надо было. А их как зовут-то вообще, я не знаю, и клички. Это Эльф, а это Гейл. Как ее зовут? Гейл. Гейл? Да. Чумазый вон, что говорю, некогда, я там сегодня убираюсь, вон, ага. Мыть надо, хвосты все. Ненадолго, они такие недоверчивые. Да вот к Наташке-то не лезут. Да, Настя, я просто сама проявляю инициативу, да? Ну, такая вообще-то это... Внучка приехал, конфетами накормил, глаза текут, им нельзя сладкое есть. Где? А ты что, не причесанный такой ходишь, а? Да, нормально. Некуда. Ладно, все хорошо. Мамка ими не занимается. Все хорошо. Некогда. Все хорошо. Стричься надо ехать. Сын и так говорит, давай хоть по одной увезу. А сколько у них стрижка сейчас стоит? Ой, не знаю, 1500, наверное. Одного? Угу. Ну, я так вот, две с лишним тысячи. Красота, она так. Ну, раз в месяц или реже, ну, наверное? Раз в полгода. Раз в полгода. Да. Ну, раз в полгода еще можно. А тут пора вот уже стричься, бросать. А там что, боится малыш? А остался один? Вот этот щенок вот тот большой? Еще один есть. Два. Да там хозяин загулял. Будку никак не построит. Хочет забрать. Мне нравится, у них шерсть такая, она как у людей, вот волосы. Ну, она как человеческая. Да, они, да, сами, да. Они сами как люди, я не знаю. Как сами, как человеки, нельзя, может, про них. Ну, прям, можно. Такая вот, да. Ну, я сейчас срезаю вон сама, вон, говорю, на улице. Такие. Вот, мой. Бабушка Валь нас в баню пускала, баню мою. Ну, у них специально это, шампунь. Шампунь, кондиционер, да. Ух ты, батюшки. Батюшки такие. Идите, бабушка вас заждалась там, наверное. Да я купила розочку, хотела посадить ей. Ага, красивый такой. Это, ну, я у папы посадила 2 года назад. Хорошо разрастается, неприхотливо. Это принц Монако. Я увидела у них там. Принц Монако? Да, и думаю, вот куплю тоже сюда ей. Неприхотливая она. Угу. Розочка. Ну, какие колеса, так охота поцеловать вас. Да стойте, ты так охота поцеловать. Ломать, ломать, все. Посадили розочку. Можно будет что-то? На, гости придут. Да какие гости, господи. Клубничка тетя Валя растет. Помидорчика. Помидорчики. Рассадничек такой. Пучок. Смородина. О, сколько смородины. Говорят, нет смородинки. Вишенки цветут. Бабульки ходят тут. Хорошо, все хорошо. Все хорошо. Олег снят.
У вас какой удобный контейнер для питоний-то. Короткий, старый. Да. Разрастутся. Да, пап? Да, поедем. Пошли. Спасибо, тетя Вальва. За хлеб, за соль. Тебе спасибо, Наташа. А это кто у вас там живет в этом коробочке-то? Ну, кот? Холода были, кошки ночевали. А, кошки ночевали. Ясно. Как же? Я же всех забочусь о них. Вон они. Ну, все, ответил. Спасибо, ты обо мне забочишься. Вот. Чтобы у меня красиво было. Ну, а что, пускай радуется, класс. Еще какую-нибудь купим, может, вот, розочку. Травы, смотри, что тут. Ну, я не полю, тут у меня охота, чтобы цветы маленькие разрослись. Вот эта вот кашмия, она мне так нравится. Она вот только что вылазит. Ну, сейчас просто. Ничего, пойдут. А я вот хорошо это сейчас мочевины подкормить. Вот эту гортензию забыла. Вот и надо. Азотом, хочу, азотом. Да. Угу. Она любит. Сейчас вот особенно. Сейчас у них усиленный рост. И розу можно, да? И розу может чуть-чуть. Суперфосфат они любят. Ну что, зацветут. Пока еще рано. Разрастутся. Ну, холодно сейчас, ничего-то не растет. Mm-hmm. Ночь холодная, обычно же ночью все растет. Да, а ночь холодная. Ночью мороз, Ладно, тетя Валя. Да. Наташа, привет, там всем привет. Ну, это сама ей скажешь. О, Господи. Я тебе задание даю. Скажи. Персональный привет передать. Ага. Персональный привет передам. Передай. Пусть держится. А давление у нее. А, мамки-то? Да. У нее что-то болит. Да лучше в больницу пролежить, пролечиться и прокапаться. А так дома это бесполезно. Нет, да. Бесполезно. О, природа. Серкивский район. Это у нас две рябинки. Можно выкопать и ту, и ту. Их можно обе выкопать. Мне кажется. А, это одна. Это одна. Она вон какая здоровущая. Сейчас найдем рябины. Ландыши, ландыши. Но можно выкопать и еще посмотреть. А тут место какое ровное, да? Вот. Тут больно маленькое, наверное. Вот побольше. Они все кустистые. Ну, это трудно. Ой, господи. Ой. А тут видишь, какая трава. И земляник тоже. А куда тут больно ехать-то? Все. А вон там что-то растет. Да далеко так. А? Туда, вон там. Давай я выкопаю какую-нибудь. Сейчас он туда скользит. Да. Вот тут можно за ягодами ездить. Тут место ровное. Есть где присесть, тенечки. Сейчас посмотрю, что там растет. Места земляничные. Будем знать теперь, что здесь очень много земляничных полянок. Небо какое красивое.
цвести будет, очень много бутончиков уже. Много бутонов цвести будет она. Вот сюда и надо приехать. Место хорошее, чистое, открытое. Тут даже дорога вон есть. Куда дорога, пожалуйста. Привет. Сел на стульчик вот под березку. Сиди вон, отдыхай. Вон. Смотри. Вон березка, садил на стульчик и сиди, отдыхай. Ну вот. И рябина тут есть, оказывается. А ты не знал тебя. Не знал. Видишь, много цвета. Видишь, она только здесь набирает цвет, а у нас уже цветет. И там он, наверное, тоже рябина. Там, может, дальше еще есть, не знаю. Она же, смотри, там он тоже, пап. И дальше тоже зацветает. Вон, дальше. Вот место какое хорошее. А вот тут сядешь и будешь сидеть под березкой. Чудесное место какое. Копали рябину сажать. Чудесное. Очень много будет земляники в этом году. Красота. Птички поют. А вот тоже неплохая, да? Тоже неплохая. Молоденькая такая. Пап, может, надо, не надо? Ну да, пусть растет на поле. О, дышите глубже. Дышите глубже, господа. Вот такие шишечки надо собирать, наверное. Сосновые шишки. То есть не шишки, а молоденькие росточки. Собрать чуть-чуть.